Ищите низкие цены на рекламу? Они здесь. ТВ и радио на Патриаршей. Наши цены не растут. Заказ рекламы по телефону 42 28 28. Мариэл, продолжается декларационная кампания. Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за прошлый год необходимо до 30 апреля 2015-го. По словам сотрудников налоговых инспекций, статистику уплаты налогов заметно улучшают дни открытых дверей. Пройдут они и в этом году. Подробности в нашем материале. С этого года для удобства посетителей Вишкаролинской налоговой инспекции заработала электронная очередь. Талоны по номерам выдаются отдельно для юридических, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также тех, кто воспользовался предварительной онлайн-записью. Не дожидаясь крайнего срока и штрафа в размере как минимум в 1000 рублей, декларации по налогу на доходы физических лиц уже подали около 7500 вишкаролинцев. Горожане стали более дисциплинированными, отмечают в инспекции. В прошлом году к этому времени их было почти на четверть меньше. Это касается граждан, которые продали имущество, транспортные средства, находившиеся в их собственности менее 3 лет, получили доходы в порядке дарения, от аренды имущества, в виде выигрышей. Вот они обязаны представить налоговые декларации по НДФЛ не позднее 30 апреля 2015 года. Тем же, кто претендует на получение стандартного социального или имущественного налогового вычета, торопиться не стоит. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года. Впрочем, более 4500 вишкаролинцев их уже сдали. Заполнить декларацию можно по старинке, вручную. В залах городской налоговой инспекции теперь работают помощники-администраторы. Либо в электронном виде. На сайте ФНС России есть возможность заполнить декларацию быстро и без ошибок. При этом специальная программа, она так и называется, «Декларация-2014», укажет на все поля, которые пропущены или некорректно написаны. В налоговой инспекции отмечают, тех налогоплательщиков, кто уже освоил сервисы на сайте службы, становится с каждым годом больше. К личному кабинету в Республике Мариэл у нас подключились более 60 тысяч налогоплательщиков. Данный сервис является самым популярным среди налогоплательщиков, позволяет отслеживать статус камеральной проверки налоговой декларации, а тем гражданам, у кого есть усиленные квалифицированные подписи, они могут заполнить декларацию в интерактивном режиме и подать ее в электронном виде, не посещая налоговую инспекцию. Кроме того, очень популярным сервисом среди налогоплательщиков является онлайн-запись на прием в инспекцию, которая позволяет заранее записаться на прием в налоговую инспекцию. Кстати, в рамках декларационной кампании во всех налоговых инспекциях республики этой весной вновь пройдет череда дней открытых дверей, когда на помощь налогоплательщикам придет куда больше сотрудников налоговых инспекций. Физических лиц ждут 27 и 28 марта, а также 24 и 25 апреля. В Вишкарале здание налоговой находится по адресу улица Вознесенская, 71, вход в операционный зал со стороны набережной. Увеличьте ваши продажи, обеспечьте рост ваших доходов, привлеките внимание к вашему бизнесу. Мы знаем, как это сделать. Реклама на радио и телевидении, ТВ и радио на Патриаршей. Реклама прозвучит именно тогда, когда это необходимо. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально, и мы гарантируем эффективность рекламы. ТВ и радио на Патриаршей снижает цены на производство и размещение рекламы. Убедитесь лично. 42 28 28. Реклама на радио и телевидении. 42 28 28.